Доброе всем утро моим друзьям. Вот дом, где мы живем, машинка. А вот я иду на свой участок, на наши 15 соток. Сегодня 12 ноября, воскресенье. Всю ночь шел дождь, мы в Новом Поле, 30 километров от Минска. Здесь живут люди. Новость, да. Местные жители, колледж там дальше, городообразующие, учебное заведение. Саня вон. Идем дальше, вот участочки. Коля с Леной. Ну, всех знаешь тут. Воскресенье, люди отдыхают. В этом году урожай яблок не было, с фруктами мало. Забот было по сбору. В основном ягоды. Ну, ягоды и корнеплоды, и там помидоры, и огурцы. Очень много было. Тыква до сих пор. У нас идет с ней борьба. Соки, компоты, каши. Всяческие. Вот и мой домик. Построен втроем. И теща помогала, и света. Электричества нет. Это высоковольтные провода идут. 10 тысяч киловатт. Вольт, не помню, запутался. Вот наш участок. Всем хорошего выходного.